Хорошая должна быть встреча. Ну, Марзалюк участница последнего чемпионата мира в Китае 2006 года. Ну, она там не добралась до пьедестала. Пятое место заняла. Ну, а вот Гюзель Манюрова, это, в общем-то, наша надежда на всех соревнованиях. Чемпионка Европы, вице-чемпионка Олимпийских игр из Новосибирска. Посмотрите, ну и вот посмотрите, она, что да, она сейчас крутит как хочет, крутит, вертит. Это любимый прием ее вот в партере. Никто не делает в мире вот так обратно, как Манюрова. Она великолепно его делает, великолепно. И соперницы, попадая вниз, очень боятся этого. Сразу три балла. Да, добивается успеха. И вот она так, она будет идти вперед, она какая-то легкая, подвижная. Вы знаете, вот я не первую схватку наблюдаю с участием Гюзель Манюровой. Она перепутаем может... слово «Гюзель» на «Газель». Так вот, наверное, вот эта ваша поправка, она очень к месту. Я к тому, что Манюрова может быть разной. Она может быть вязкой, она может быть легкой, может быть быстрой, стремительной, может и сдерживать соперницу, когда надо. То есть тактическая подготовка этой спортсменки, она очень хорошая. И вот сейчас мы видим с вами, что она не подстраивается под соперницу. А вот сейчас она... что она очень смелая. Да, сейчас она как раз пытается ей навязать свою волю и тем самым диктует условия. Ну вот посмотрим, сейчас, правда, оказалось нет, внизу. Это тактически она просто взяла и отдала бал из тактических соображений. Итак, возобновляется схватка в самой тяжелой весовой категории. В последней весовой категории матчевые встречи между сборными командами России и Белоруссии. Гюзель Манюрова против Василисы Марзалюк. Напомним вам, что первый период закончился в пользу нашей спортсменки со счетом 3-1. Ну что вот сейчас Марзалюк надо сделать для того, чтобы навязать свою волю Манюровой? Как вы считаете? Попытаться атаковать ее разнообразными приемами, но если это может получиться... Если она будет стоять, она у нее не выиграет, естественно. То есть ей надо, проще говоря, быть гораздо более быстрой, чем Манюровой. Вот, пока мы думали за нее, за Люк, уже наша Гюзель Манюрова обыграла и сделала прием и выиграла один балл. Да, ну, в любом случае, эта встреча... мало что решает, тем более, что сборная команда России уже завоевала бронзовые медали. Да, но еще раз повторю, хотелось бы поставить хорошую эмоциональную точку, конечно. И вот пока ведет наша спортсменка, да нет, наверное, ничего она не уступит, ничего не отдаст своей сопернице. Если матч за 5-6 место между сборными Германии и США закончился... как принято в таких ситуациях выражаться, в одну калитку со счетом 7-0 в пользу американок, то вот здесь все-таки гораздо интереснее борьба между достойные России и Белоруссии. Да, достойные соперники, достойные школы. Сборная Белоруссии, у них хорошая техника у девочек. Ну, также и у нас, тем более, что сейчас... вот закончился период, значит, закончился период и, выиграла, собственно, схватка. Да. Гюзель Манюрова, спортсменка из Новосибирска, выиграла встречу и поставила вот ту самую красивую точку в матче за третье место между сборными командами России и Белоруссии. Давайте еще раз посмотрим за повторами. Вот. Хороший проход. Это из первого периода. Нет, это из второго периода, как раз вот когда она получила балл за вот этот балл перевод. Принес победу. Да. Он на табло 0-0, и сейчас будет единичка стоять. Очень хорошо показывают повтор. Хорошая атака. Молодцом.
великолепно она отборолась. Но вы похвалились себя, когда Карташова боролась, да, Гузар Борисович? Теперь решили похвалить бригаду телеканала «Спорт», которая работает здесь. Ну что, дорогие друзья, 5-2, победа сборной команды России в борьбе за третье место.